Меня зовут Мустафаева Камила Чингизина, я азербайджанка, родом из Баку, я врач-онколог в 2-й областной клинической больнице в отделении хирургических методов лечения онкологических больных. С детства родители замечали, что я пытаюсь лечить кукол. С восхищением смотрела всегда на врачей, на медицинских работников. И плюс с возрастом просто вот эта вот цель – помогать людям, она вот перешла в врачевание. Люблю хирургию, поддерживать людей, потому что эмоциональное состояние пациента, это в онкологии именно, это очень много значит, это, можно сказать, 60-70% успеха. Я переехала в Череповец в 2020 году, меня позвали лучшие друзья, также врачи. Получается, я уже тут 4-й год, ни о чем не жалею, я очень благодарна этому городу за друзей, за людей, за опыт и за возможности, которые у меня сейчас есть.